Привет, друзья! Сейчас покажу новенькое, что я купил. Мне тут подвезли прям под дом на днях. Во-первых, мне пришла монета новой почтой. Вот такой вот рубчик. Это у нас 901 год. Здесь у нас ФЗ. Сейчас. Вот ФЗ, видите? Вот такая монетка. Пишите в комментариях, как думаете, подлинная? Или нет? Могу показать вес, кому интересно. Смотрите. Оп! Жду от вас подсказку в комментариях. Могу показать вот так. Стоит на гурте. Ой. Стоит на гурте. И если другой монеткой. Вот такой красивый звон. Так что ваше мнение по монетке пишите. Купил за 1000 гривен. Так. Правда, с доставкой она мне вышла 1100, так как наложный платеж. И вот, купил за 1300 гривен. Сейчас покажу, что. Здесь у нас фотоаппарат. Фотоаппарат Киев. Вот такой. Фотоаппарат рабочий. Все нормально с ним. И плюс оптику. Здесь у нас вот такая штука. Кто знает, что это за штука, как называется, напишите в комментариях. Вот такая очень интересная, как барабан. На револьвере. Да, вот такая вот штука. Если ты знаешь, как называется, напиши в комментариях. Вот эту штуку я купил. И купил объективы. Вот такой вот наборчик здесь. Юпитер 9. Вот в таком он состоянии. Все работает. Все крутится. Превосходно. Юпитер 9. Здесь у нас. Юпитер 11. Это все на эту камеру, на Киев. Так. И Юпитер какой? 12. Вот он, Юпитер 12. Это тоже на эту камеру. Вам сразу показал. Если у вас такие есть, делайте ваши предложения. Контакты мои всегда внизу. То бишь вайбер, делайте фотографии, отправляйте на оценку. Все, вам показал, теперь могу смело продавать. Погнали!